Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Знаешь, я тебе так скажу, моя дорогая, наша жизнь состоит из одних праздников. Ну вот посмотри, сколько у тебя у родных и близких день рождения в году. А если за окончание учебного года, ну или просто захотелось сделать приятное близким и родным, тебе сюда, непременно сюда, в магазин «Подарки для вас плюс». Здесь ты найдешь подарок на любой случай жизни, для любого торжества. Ну вот смотри, хочешь горные, хочешь полевые, хочешь городские цветы. Ну прям как настоящие, да? Слушай, у меня батарейка на часах села. Не подскажешь, который час? О, нормальные у тебя такие часики. Да-да, это те самые знаменитые цветы в стекле фирмы Фиора, которые хранятся больше 10 лет. А еще, обрати внимание, цветы в колбе хранятся от 3 до 5 лет. А еще в магазине «Подарки для вас плюс» ты можешь найти большой выбор сувенирной продукции с тверской символикой, а также изделия торжокских золотошвей. Слышишь, как звучит настоящий хрусталь, да? Уже соскучились, это все стекло, стекло. Благородство. А это вот сталь с никелесеребряным покрытием. Красота, да? Ну, а еще для мужчин сильных и красивых здесь любой подарок. Знаешь, что это? Это вот то самое знаменитое турецкое стекло. А это красная глина из Украины. О, шашлычки, это я люблю в любое время года. А это подарки специально для творческих людей. Картина по номерам и алмазная мозаика. Смотри, какая открытка классная, стильная, да? О, цифра не та. Здесь 35-то нету. Ну что, моя дорогая, ты же знаешь, что я очки ношу со школы, и вот сейчас я в линзах. И знаешь, что я стала замечать? Беру какой-нибудь текст, начинаю читать, и я плохо вижу, мне приходится вот так отодвигать. Причем я в линзах. Поэтому сегодня мы с тобой здесь, в клинике современной офтальмологии. Хочу все-таки выяснить, что со мной происходит. Любой человек после 40 лет сталкивается с этой проблемой. Это возрастные изменения хрусталика, которые называются возрастная дальнозоркость или пресбиопия. А мы вам можем предложить провести коррекцию зрения эксимерлазерную и создать такую вот ситуацию на глазах, которая называется моновижн, то есть когда мы оперируем вашу близорукость на одном глазу, тем самым даем вам зрение вдаль, без очков и контактных линз. А второй глаз у вас будет вблизи видеть без линзы. Также у нас в клинике проводится имплантация мультифокальных хрусталиков искусственных, которые позволяют человеку в любом возрасте видеть хорошо и вдали, и вблизи. В нашем арсенале имеется самый модный, самый последний аппарат, самая последняя модель оптического когерентного томографа, который позволяет оценить не только состояние сетчатки, но и состояние сосудистой сети глазного дна. Коррекция зрения в нашей клинике проводится в том числе и с помощью фемтолазера. Это лазер, который осуществляет доступ до внутренних слоев роговицы путем ее расслаивания пузырьками воздуха. То есть очень такой щадящий метод. Мне кажется, тебе нужно задуматься насчет этой процедуры. Лазерная коррекция – это, конечно, здорово, но я, пожалуй, остановлюсь пока на подборе очков. Тем более никуда не ходить не надо, здесь сразу оптика.